Новоуральские сотрудники полиции подвели итоги четвертого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Его основная цель – противодействие нелегальной миграции, а также усиление контроля за режимом пребывания иностранных граждан в нашем городе. Органами внутренних дел проверено 86 иностранных граждан, 9 работодателей, использующих труд иностранных работников, проверен один рыночный комплекс и другие объекты, а также 7 мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. В результате выявлено 140 нарушений. Это нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, а также фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении Российской Федерации. Так, например, 4 граждан Узбекистана были задержаны участковыми уполномоченными в поселке Мурзинка, которые находились без специального разрешения в контролируемой зоне города Новоуральска. Работа в данном направлении продолжается. Проверяются места компактного проживания иностранных граждан, платежные документы на оплату госпошлины за разрешение на привлечение иностранной рабочей силы и на работу иностранного гражданина.